Областная власть финансово поддержит социально ориентированные некоммерческие предприятия Верхневолжья. Гранты на этой неделе получили 4 НКО. Об этом стало известно на заседании регионального правительства. Глава региона обратил внимание на то, что некоммерческие организации, которые получают гранты от правительства, должны не просто осваивать эти деньги, а делать это грамотно и эффективно. Мы сейчас формируем механизм оценки эффективности выделения их средств. И обязательно по итогам реализации мы еще будем рассматривать, а что же сделано было за эти выделенные гранты. Поэтому у нас, мы знаем, очень активная организация ветеранов Великой Отечественной войны и вообще ветеранов районных. Вот эта группа тоже должна быть очень, так сказать, максимально вовлечена в зону нашего внимания. И они люди скромные, люди старшего поколения, поэтому важно, чтобы и они тоже имели доступ вот к этой программе получения поддержки через гранты своей деятельности.